В этом году исполнилось 185 лет развитию потребительской кооперации в России. Долгие годы и у нас в Ульяновской области существует потребкооперация. Чем занимаются кооперативы? Об этом нам сегодня расскажет председатель Ульяновского облпотребсоюза Константин Аркадьевич Инешин. Константин Аркадьевич, здравствуйте. Добрый день. Термин потребительская кооперация, он для горожан такой вот далекий, и мало кто сталкивается из горожан как раз вот с кооперацией. Кто такой кооператор, что такое потребительская кооперация сегодня? Объясните нам, пожалуйста. Ну, на самом деле, горожане сталкиваются с потребительской кооперацией довольно-таки часто. Мы этого не подозреваем, наверное. Ну, может быть, действительно, я согласен, что сейчас это не так звучит в средствах массовой информации, не у всех на устах, как это было раньше, например, в советские времена, как это было во времена начала 20 века, когда кооперация фактически закрывала всю торговлю, закрывала весь, не было понятия «малый бизнес», были кооператоры. Да и помните, в начале 90-х годов тоже все пошли в кооперацию, правда, там ругали тогда очень сильно. Вот. Правда, это была не та кооперация, которую мы сегодня представляем. Вот, это было мимолетное явление. Мы же поддерживаем традиционную ветвь кооперации, которая насчитывает вот в этом году уже 185 лет официально. Празднуют кооператоры всей страны, значит, российскую историю потребительской кооперации, которая идет от декабристов. Да, как ни странно. Как ни странно, да. Ну, такой небольшой экскурс в историю будет полезен, конечно. Где горожане видят кооператоров? На ярмарках. Если вы придете на ярмарку, то большая, значительная часть, иногда и подавляющая часть – это кооперативы. Это кооперативы потребительские, это кооперативы сельскохозяйственные потребительские и кооперативы других разных мастей. То есть все – это кооператоры. Потому что село, оно остается селом, несмотря на то, что туда пришли современные технологии, туда пришел интернет. Там, значит, люди хотят жить современно, но село остается селом, и кооперация, конечно, берет свое начало от нашего общинного строя, на котором базируется русское село. И кооперация – это вид деятельности, вид организации деятельности людей, которые собираются для того, чтобы удовлетворить свои потребности, это так официально называется, но на самом деле для того, чтобы жить вместе, сообща, чтобы сообща работать и чтобы распределять все справедливо. Потому что если есть хозяин, то есть есть там помещик, кулак там, или еще что-то, это уже несправедливость. Люди хотят все-таки работать и жить, и распределять продукты своего труда, блага своего труда справедливо. То есть в зависимости от того, какой вклад, трудовой вклад или имущественный вклад человек внес в общее дело. Поэтому кооперативы, они живы, они есть, и они, поверьте мне, будут. Будут меняться времена, будут приходить технологии, но человек останется человеком. Желание справедливого распределения результатов труда и вообще справедливой жизни, оно является основой для кооперативного движения. А также желание объединить свои усилия, зачастую свои, может быть, небольшие возможности для того, чтобы вместе выжить, вместе прожить, вместе жить лучше. Это тоже останется всегда, и не только, кстати, на селе, но и в городах. Сегодня у нас, конечно, засилие вот этой коммерции, бизнес звучат эти так, новые. Да. Они на самом деле всем уже набили оскомину. Набили оскомину все эти огромные торговые центры, которые продаются, перепродаются, выставляются за какие-то бешеные деньги. Вот. Непонятно, кто ими вообще владеет, а люди же все это видят. И поверьте мне, я не думаю, что это вызывает у них позитивные чувства. Мы совершенно другое дело. То есть у нас потребительский кооператив, который может создать любой человек, любые 5 граждан могут создать потребительский кооператив. Суть его заключается в том, что если вы создаете общество с ограниченной ответственностью, и я вкладываю 1 000 000, а вы вкладываете, допустим, 500 тысяч, я буду владельцем, я буду всем управлять. У меня будет контрольный пакет. А в потребительском кооперативе все одинаково вкладывают. Там вообще не надо ничего вкладывать в виде каких-то денег там, или имущества. Там надо вкладывать копейки. Свой труд, свое имущество. То есть, если мы вместе работаем, у вас есть машина,
У меня есть там, допустим, корова. Ну, я очень просто рассказываю, да. У кого-то есть, значит, возможность делать из этого, из продуктов там, молоко, там, хлеб и так далее. И мы это все вместе потребляем и реализуем, соответственно, в городе или там у себя в селе. Ничего не изменилось, поверьте мне, в этом отношении ничего не изменилось. У нас на сегодняшний день только на предприятиях Облпотребсоюза работает около 2000 человек. Это торговля, это производство, это общепит, это небольшие заготовки, это сфера услуг. Вот основные отрасли, в которых, инфраструктурные отрасли, в которых все живет. Сельскохозяйственные кооперативы – это производство, растениеводство, это фермерство, соответственно, это животноводство и так далее. То есть любой вид бизнеса может быть, бизнеса я опять тоже сказал, любой вид деятельности может быть в рамках кооператива осуществляться. Фермеры тоже входят в кооперативы? Конечно, фермеры тоже объединяются, фермеры тоже создают кооперативы второго уровня. А потому что, как вы будете сбывать свою продукцию? Вот вы произвели, допустим, там, молоко. И что? Ну хорошо, если у вас есть там прямой контакт. А если вы немного его производите? Ну да, сложно. Надо, чтобы приехала машина, и у вас собрала ваши 10-100 литров, у нас собрала и так далее, и отвезла все это на завод. А цены? А какие вам дадут цены на ваш небольшой объем? Плохие. Если вы объединяетесь, вы можете требовать цены лучше. Таким образом, все оказываются в выигрыше. Должен сказать, что государство давно и, как сказать, серьезно подошло к проблеме кооперации, понимая прекрасно, что она создает определенную социальную стабильность. Ну, я не буду говорить сегодня про государство в целом, я буду говорить только про наш регион, потому что мы прекрасно знаем, как губернатор наш относится. Несколько лет назад он сам проявил инициативу, он нас выслушал, он понял суть идеи. Потому что, бывая каждый день где-то в районах, он видит, где что происходит, он знает этих людей, он знает, какую даже налогооблагаемую базу дают. Ну, владеет ситуацией. Поверьте мне, вы возьмете любого главу района, да, и спросите его, вот сфера торговли, лучше всего на ней видно, вот сколько дает, например, налогов в местные бюджеты кооператив, и сколько налогов дает тот или иной частный предприниматель, или там даже сеть. И вы увидите, какая большая диспропорция идет между объемом, казалось бы, производства, да, или объемом торговли и налогами. Те уходят от налогов, а у нас все открыто, прозрачно. Мы, кстати, за это очень часто страдаем, потому что вот нам тоже говорят, вы платите налоги по полной программе, вы как бы не конкурентоспособны. Но мы открытые совершенно структуры. Так вот, Сергей Иванович, он выступил инициатором комплексной, долгосрочной программы поддержки потребительской кооперации. В чем она состоит? Она простая. Мы приобретаем, нам компенсируют. Мы приобретаем специализированный автотранспорт, нам компенсируют. Раньше компенсировали 50%. Ой, извиняюсь, раньше компенсировали 30%. После кризиса, когда всем стало ясно, что ситуация намного серьезнее, нам стали компенсировать 50%. То есть вы покупаете УАЗик, допустим, буханку, который стоит на сегодняшний день там 460-500 тысяч, как кооператив. Подаете документы, и вам Министерство сельского хозяйства компенсирует 50%. Где это еще возможно? Но вы должны быть кооперативом, вы должны быть членом кооператива, вы должны использовать эту машину по назначению. У вас должен быть подписан социальный договор, договор о взаимосотрудничестве с администрацией, с местного района. То есть власти должны понимать, что вы потратите это средство производства, этот автотранспорт, вы его будете направлять действительно на ту работу, которая нужна кооперативу, нужна пайщикам, нужна его членам. То же самое с оборудованием. Хлебное оборудование 50%, торговое оборудование 30%. На все 50? Нет, там не все 50%. Газификация 30% и так далее, и так далее. Согласитесь, это уникальные возможности. Вот они уникальны по сути. Потому что
где еще, вот что, какую отрасль или какую сферу так государство готово стимулировать? Сегодня в кооперацию можно приходить смело и смело работать. То есть сегодняшняя система кооперации, она отличается от советской, потому что советская система кооперации — это было министерство. Министерство в министерстве, которое, естественно, жестко подчинялось государству. И все было четко регламентировано, распределено. Вот это мы делаем, это делают другие, вот это наше, это не наше. Сегодня, конечно, свободный рынок, свободная конкуренция, каждый может заниматься тем, чем умеет, чем может, чем хочет. Но, как я уже говорил, кооперативное начало, которое цементирует людей, которое организует их, самоорганизует, оно остается приоритетным для государства. И наш регион, он, на, можно сказать, на шаг впереди сейчас всех. Потому что у нас учатся, у нас смотрят, что мы сделали. Я сейчас расскажу, что мы сделали. И нас в данном случае приводят в пример и смотрят, а как у нас получается, не получается. Вот. Ну, действительно, первым-то идти всегда тяжело в этом направлении. Ну, вот Сергей Иванович взял на себя вот эту ответственность и продвинулось, и пошло. И вот смотрите, что у нас есть на сегодняшний момент. У нас действует уже несколько лет программа по поддержке потребительской кооперации, которая финансируется из областного бюджета. Нам дают не ахти какие-то деньги, но 10-15 миллионов в год-то выделяют. И эти суммы, они все идут на целевое использование нашими кооперативами. Кстати, мы на сегодняшний день присутствуем в 16 районах нашей области. Не во всех, получается. Ну, как сказать? То есть это все оценивается по уровню. Вот вы создадите кооператив, например, в Майнском районе, и он у вас будет работать. Но вы не являетесь членом Ульяновского облпотребсоюза. Но кооператив-то есть. И в программу вы можете войти. Но мы вас не считаем членами Ульяновского облпотребсоюза, потому что вы к нам не вошли в союз. Это дело добровольное, мы же не заставляем никого. Соответственно, я говорю сейчас про те потребительские общества, которые являются членами союза. Да. И мы смотрим на кооперацию несколько шире, потому что сегодня существуют разные законы: о сельхозкооперации, потребительской кооперации, значит, о кредитной кооперации и так далее. То есть нельзя же всех сразу вот под одно объединить. Сейчас об этом мы тоже поговорим. Так вот, первое, у нас есть программа. Второе, у нас в сентябре принят закон. У нас принят закон. Долго ждали. Ну как долго ждали? Его долго ждали, но очень быстро сделали. Надо отдать должное нашим депутатам. Вы говорили, что программа существует, а закон, он как-то что-то закрепил, что ли? Вас и так же поддерживали. Нет, понимаете, в чем дело? Программа. Чем отличается? Программа, она носит очень узкий конкретный характер. Я вам даю, вот государство вам дает за это. Что дает нам закон? Нам дает закон уверенность в завтрашнем дне, потому что закон накладывает на власть, то есть она сама на себя наложила обязанность нас поддерживать на уровне закона. Это намного другой, более высокий, более серьезный уровень, который прописывает еще огромное количество других направлений совместной работы, в том числе там, консультации, в том числе, значит, и какое-то обучение, в том числе и работу по другим министерством. Нас сегодня курирует Министерство сельского хозяйства. А после того, как будет принят закон, уже, то есть принят, работа будет вестись по всему комплексу. Потому что что такое потребительская кооперация? Это же не только вот то, что я вам сказал, вот мы работаем и все. У нас есть два учебных заведения в городе, два техникума. Какие? Это техникум, значит, экономики и права Центра Союза, который находится на Можайского. И техникум Ульяновского облпотребсоюза, который находится на севере. Там учатся почти, да, там полторы или почти 1700 детей там учатся после 9 класса, после 11 класса, которые приобретают профессии различные, товаровед, там, также экономист, значит, землеустроитель, ну там много профессий. Они варьируются в зависимости от того, что сегодня нужно, что сегодня востребовано на рынке. Самое интересное, эти учебные заведения, среднеспециальные, они работают на рынке, начиная с 90-х годов, не получая ни рубля бюджетных денег. А как же они живут? А вот тоже губернатор приехал и спрашивает, а как же вы живете? Все остальные техникумы, они же государственные, они работают как-то вот за счет бюджетной поддержки. И после этого
была поставлена задача, я считаю, что мы это заслужили, и нам в этом году, вот мы один грант все-таки выиграли, у нас одна группа сформировалась, там 25 бюджетных мест у нас есть теперь. Так что вот начиная с этого года учебного, у нас тоже есть прямая вот государственная поддержка, выиграли, мы имеем право. Вот. И я всех приглашаю молодых людей, потому что, поймите, ребята, не все будут экономистами, не все будут там, юристами, да и не надо быть всеми, бухгалтерами тоже не надо быть всеми, бухгалтеров вообще, мне кажется, скоро не будет, вот. Потому что все это будет заменит просто программы. Да. А вот люди, кто умеет работать с техникой, люди, кто умеет работать в сфере торговли, люди, кто умеет работать, значит, с информационными какими-то системами, люди, кто умеет работать с общепитием и так далее, они будут нужны всегда. Сегодня на них бешеный спрос. И я могу прогнозировать, я уверен в этом, что в ближайшие 5 лет изменится серьезно структура зарплат. То есть юристы и экономисты, они в среднем начнут получать меньше, а люди, кто умеет работать руками, они будут получать больше. Потому что уже сегодня колоссальный дефицит. Да. Колоссальный дефицит рабочих кадров. И у нас для этого есть все возможности, чтобы таких детей учить, воспитывать и давать им профессию. Наши дети практически все востребованы, нас все устраиваются на работу сегодня. Потому что профессии востребованы. Конечно, все. Да. Ну, я не могу сказать, как там сложится жизнь у каждого в дальнейшем, но то, что на них есть спрос, и то, что они все могут найти и находят работу, я могу быть уверен точно, потому что мы следим за этим. Вот. Так что вот что мы имеем? Плюс ко всему мы имеем так называемый проектный офис. То есть это планирование в комплексе развития кооперации на долгосрочную перспективу. Это когда производится ряд каких-то действий, таких точечных, в комплексе, вот как художник, как пишет картину, то есть мазок, 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 а потом вы видите целиком, что он нарисовал в конце концов. И идет координация большого количества людей, большого количества предприятий, каждый из которых очень маленькие, люди с разным уровнем образования, знают, не знают, и их надо информационно обеспечить, их надо ввести в определенную систему, то есть их надо оснастить нормативной базой. Им надо объяснить хотя бы даже элементарно, как вот, какую государственную поддержку они могут получить. Кроме того, бывают случаи, не бывает, а одной из задач является координация их хозяйственной деятельности, когда людей надо просто объединить, пролоббировать их интересы, например, в торговые сети и так далее. Вот сегодня мы находимся в России, мы находимся вот в отношении развития кооперации на таком вот начальном этапе. Начальном этапе. Потому что советская кооперация, она отражала советский строй. Это было, на самом деле, очень мудрое, хорошее государственное устройство. Очень жаль, конечно, что его так быстро развалили, но теперь создать его будет очень сложно, потому что разбив сосуд, ты его снова не склеишь. И нам придется выстраивать систему, я опять же говорю про кооперацию, не затрагивая другие сферы общественной жизни, нам придется ее выстраивать заново, интегрируя ее в те реалии жизни, которые у нас на сегодняшний день есть. Ну, вот есть свободный рынок, ничего не сделаешь. Есть сегодня сети, которые опередили нас по технологиям. Ну, тоже ничего с этим не сделаешь. Но мы смотрим, что происходит за границей. Потому что там это прошли, допустим, там 30, 40, 50 лет назад. Независимо от того, какой государственный строй имеет, например, Китай, там, латиноамериканские страны, скандинавские страны, европейские страны, развитые так называемые, там, или речь идет там, о странах Ближнего Востока, во-первых, я вам хочу сказать, везде есть кооперация. Везде, она есть в Индии, есть в Китае, она есть в Мексике, в США, она есть в Англии, которая считает, кстати, себя, англичане считают родоначальниками вообще кооперации. Вот. Она на очень высоком уровне развита в скандинавских странах. И что нас ждет впереди? Нас ждет впереди однозначно усиление кооперативного сектора. Это неизбежно. Потому что вот этот всплеск сетевой торговли, он потом пойдет назад. Потому что людям это быстро надоедает. Людям не нравится быть баранами, понимаете? Качество, которых, продукция. Конечно. Людям не нравится, когда ими просто манипулируют. Да. Люди хотят иметь качество, люди хотят иметь живой продукт, да. Люди хотят думать о своем здоровье, но при этом они не хотят переплачивать лишнее. А что сегодня мы имеем в сетях?
мы имеем плохой продукт за дорогую цену. Да. Мы-то это знаем, но скоро об этом будут знать все. И тогда потребность в нашем местном, вот я знаю, что вы там работаете, вы мне его привозите, я уверен в том, что это полезно, что это качественно, что это недорого, в этом потребность, она была, есть и будет. И примером этому являются наши ярмарки, которые правильно губернатор сделал, он их разворачивал. Сегодня это отдельная культура нашего общества. Сегодня это отдельная культура нашей жизни. Хотим или не хотим, можно все что угодно говорить. Я вижу там в сетях люди пишут с диванов, которые утром не хотят встать. Но вы придите утром на любую ярмарку. Ну, не очень, не надо рано вставать. Ну, придите хотя бы часов в 7. И посмотрите, сколько там народу. А если погода хорошая, или если место удачное, там, как там в железнодорожном районе, как за Свиягой, да как за Волгой, да, в новом городе. Угу. Это же надо посмотреть. Это вот посмотреть сверху, это целая река людей, которые приходят туда и покупают. Покупают все наше, местное. И это подтверждение моих слов о том, что потребность людей в нормальном продукте никуда не исчезнет. Она будет только усиливаться. Ну, хотелось бы все-таки и магазины иметь в городе, именно чтобы туда привозили из сельской местности, и зайти в любой момент и купить эту продукцию. Почему я говорю, что мы возвращаемся к этому? Да. Потому что был у нас такой мэр Романенко, который нас выгнал из-за всех магазинов, и мы устраивали пикет ему на улице, значит, и мы вынуждены были с ним договариваться, он говорил, ну вот это вы оставьте, а вот это мы у вас заберем. Частный капитал, понимаете, деньги. Они выжимают очень быстро все и действуют максимально эффективно. Сегодня для того, чтобы зайти в город, нужны технологии. То есть нужно иметь единый бренд. И у нас Центросоюз сейчас как раз его и разрабатывает, единый бренд. Потому что люди, они должны понимать, что они берут, что именно это соответствует тому качеству, это соответствует тому ожиданию, которое они есть. Это должно быть технологически очень грамотно, потому что это все должно быть компьютеризировано, потому что продавать сегодня просто возьми с пола нельзя. Требования очень сильно возросли. Вот. Поэтому требует определенных денег. Для этого их надо где-то привлечь. Так? Вот. Соответственно, нам в этом опять же помогает государство, которое нам готово компенсировать наши торговые издержки. И мы очень осторожно ко всему относимся, потому что наш традиционный ореол все-таки это село. Село. Там жесточайшая конкуренция сегодня в селе. И со стороны сетей, и со стороны частного малого бизнеса, ну, у которого огромные, конечно, перед нами преимущества в том плане, что никто их не проверяет. Ну, они там создают ЧП, индивидуальный предприниматель, кто у него работает, сколько он получает. Ну, я не знаю, пусть налоговый просто возьмет и посмотрит эти цифры. Там же просто никто нигде не учтен. И мы, то есть, которые несем на себе из половины наших магазинов, у нас около 300 магазинов, допустим, по области, сейчас официально работает, из них где-то 150-170 магазинов у нас в малых селах. Если вы приедете, вы увидите, там вообще как бы нет ничего. Мы их содержим, потому что там наши пайщики. Мы их содержим, потому что мы не можем бросить людей, потому что мы этими людьми и созданы, и мы ради этих людей работаем, и в том числе работаем как бы на их деньги, и для них работаем, они наши пайщики, мы обязаны это делать. Вот. Конечно, я тоже людям часто задаю вопрос, вот вы ругаетесь, например, что у нас в магазинах плохо, но вы зачем ходите в сетевые магазины, покупайте все у нас, и у вас все будет хорошо. Ну и сейчас вот это отрезвление происходит тоже, оно происходит. Так вот, перспективы в любом случае хорошие, но нам нужны сейчас новые люди, активные, молодые люди с идеями, нам нужны люди, которые готовы брать на себя инициативу, потому что в город там другой ритм жизни. Вот в селе там спокойно. Там консервативно, спокойно, там люди рассудительные, они не спеша все делают, думают, делают все вовремя, правильно. Здесь другой темп жизни. Вот я вам отвечаю на вопрос, сюда нужна другая команда людей, более молодых, энергичных, городского склада.
чтобы они обеспечили. Бюджетные места-то у вас появились. Давайте целевой набор. Бюджетные места у нас появились, но они 4 года должны отучиться сначала. Они же в этом году появились. Вам нужно сейчас. Вопросов много, проблем достаточно. Не все, конечно, так красиво, может быть, в жизни получается, как мы себе рисуем зачастую в виде наших планов там, или на совещаниях. И, конечно, мы реалисты и отдаем себе отчет в том, что быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. И часто люди начинают, прокричат о каком-то проекте, да вот, мы уже там, мы уже начали, а потом смотришь, он сдулся. Мы тоже на такие грабли наступали уже лет 10 назад, и поэтому мы сейчас очень осторожно на все смотрим. Мы делаем свою работу. Вот благодаря программе мы модернизировали огромное, большое количество хлебзаводов. У нас сейчас 11 пекарен и хлебзаводов по области. Вот. И практически все они подверглись в той или иной степени модернизации. Кто-то там себе, может быть, дежу купил, кто-то полностью, вот как новый молокле, там заменил полностью все оборудование, причем поставил самое современное. Кто-то, значит, там заменил то, что ему необходимо, кто-то автотранспорт поменял. Но вот по хлебу мы, конечно, так достаточно серьезно модернизировали отрасль, ну, где-то процентов на 50, на 60, я могу уверенно сказать. И мы намерены эту тему продолжить, мы тут уже разогнались. А почему вы взяли именно это направление? А потому что производство, понимаете, в основе лежит производство всегда. А молочная продукция? Молочная продукция, там вопрос налогов, понимаете. Если, посмотрите, кто собирает молоко и кто его возит. Угу. Ну, посмотрите. То есть, если мы будем сейчас этим заниматься, если мы будем, мы будем неконкурентоспособны, потому что налоговая составляющая большая. Я вот откровенно вам говорю, здесь же, нас же никто не слышит. Вот. По хлебу, там ситуация совершенно другая. Хлеб на селе является основным базовым продуктом. Он каждый день потребляется. И сегодня, чтобы создать хлебозавод с нуля, даже небольшой, вам потребуется, ну так, 5 миллионов. Это у вас есть помещение с газом, там уже подключено и все такое. Только оборудование, транспорт, не меньше. А для нормального хлебозавода и 25 недостаточно будет. Вот. И мы традиционно на этой отрасли присутствовали. И хотя действительно динамика по хлебу она снижается, ну, люди вот говорят, мы плохо живем. Ну, на самом деле, вот основным критерием качества жизни является потребление хлеба. Парадокс. Чем больше хлеба потребляют, тем хуже живут люди. То есть в основном хлеб едят. Да, у нас потребление хлеба стабильно последние 15 лет падает. Где-то на 2-3% в год. Иногда даже на 4%. Потому что появляется разнообразие продуктов, потому что люди больше потребляют кондитерки, меньше едят хлеба, больше кушают мясо и так далее, и так далее. То есть потребление хлеба, оно медленно снижает. Но оно не будет снижаться, естественно, до нуля, оно остановится все равно на каком-то уровне. Сейчас оно уже заметно меньше идет. Но в целом, как бы хлеб все равно остается базовым продуктом. Он, может быть, сейчас не является уже политическим таким, как раньше, когда там, помните, может быть, лет 10 назад, сколько шуму вызывало там повышение цен на хлеб, это каждый раз все фиксировалось, отчитывалось и так далее. Сейчас это происходит, цены меняются, но, что интересно, цены на хлеб никогда не падают. Вот я не помню ни одного случая, чтобы цены на хлеб упали. Наоборот, растут. Да. Потому что у хлебопеков тоже есть свои секреты, и они знают, что когда мука дешевеет, они просто получают сверхприбыль, которая им позволяет, ну не сверхприбыль, дополнительную прибыль, так скажем, которая им позволяет там модернизировать свое производство хотя бы, там, или залатать какие-то дыры, там, значит, там, сделав какой-то ремонт или там, купив какой-то транспорт. Бывают такие цикличные моменты, когда, в общем-то, чуть больше. Хлеб никогда не падает в цену. Практически такого не бывает. Он только растет. Его производить выгодно всегда. Его нужно производить. И нужно производить самим. И нужно сделать все, чтобы у нас было минимум чужого хлеба. Самарского. Там, а у нас много такого, да? У нас, особенно в городе, очень много чужого хлеба. Вот парадокс в чем заключается. Потому что здесь жесточайшая конкуренция. Вот, жесточайшая конкуренция. И город – самый большой рынок. То есть, посмотрите, пожалуйста, у нас около 1 400 000 где-то, да, живет в области. В области, да. В области. Mm-hmm. И половина живет в городах, то есть Ульяновск, Димитровград. 600, да. У нас на все село, дай бог, чтобы там 400 000 человек приходилось. На все.
всех, на все большие населенные пункты. И вот на этом рынке мы работаем. В город мы приезжаем, но очень мало. Мы, естественно, торгуем на ярмарках, мы торгуем регулярно, значит, выезжая на машинах на какие-то торговые площадки. Но мы-то сейчас ставим вопрос не о магазинах, мы ставим вопрос о кооперативных рынках. Альтернатива сетям – это кооперативные рынки, где вы можете быть пайщиком, тетя Маша может быть пайщиком. Мы устроим в том числе и на деньги пайщиков, на деньги организаций, сельхозпроизводителей и, возможно, даже просто физических лиц, граждан, как кто хочет, то вложить, потому что вот твои деньги, они идут не куда-то там, непонятно куда, они идут вот непосредственно на этот рынок. Ты его пайщик, ты его совладелец, ты имеешь право здесь в любое время, вот твое место, можешь всегда торговать. Нет проблем никаких. Ты будешь платить только за содержание рынка. Ну, там, за уборщиц, за электричество, за обогрев, там, за охрану и так далее. То есть там не будет никакой прибыли. Это не коммерческое предприятие, как у нас на центральном рынке, например, который, я не знаю, кому он принадлежит. Но я знаю, что у него есть хозяева, я знаю, что эти хозяева получают прибыль. Это будет народное предприятие. Вот какие рынки надо делать в городе, чтобы бабушки... Да, и они должны иметь возможность продать свои яблоки, не отходя далеко от дома, приехав там, им просто скучно, они там посидели, попродавали, получили небольшой дополнительный заработок, безусловно, там, к своей небольшой пенсии. Но люди, кто хочет, например, серьезно заниматься, производить продукцию, им этого недостаточно, им нужно иметь постоянный канал для сбыта своей продукции. И сельскохозяйственные рынки могут стать таким вот системным, если их, конечно, будет не один, а несколько, должны, даже несколько десятков, я хочу сказать, они должны стать вот таким вот, такой базой, такой платформой для возможностей, с одной стороны, производителей, в том числе и сельхозпроизводителей, личных подсобных хозяйств и просто граждан, продавать свою продукцию, а с другой стороны, наших горожан покупать эту продукцию. Где другой выбор, другой запах, другие люди вообще. То есть там может просто пообщаться. Вот. Ну и когда такие рынки появятся? Ну мы сделали такие рынки. У нас такой рынок работает в Барыше. Барыш-то Туленск. А секундочку, здесь задача не только про город. Ну дайте нам место. Понятно. У вас есть место? Дайте нам. Для рынка нужно 15-20 соток с коммуникациями, с подъездными путями. Ну, городская власть пусть... предложат нам что-то, в конце концов. И мы этот вопрос будем поднимать, мы все равно дожмем. Они знают об этом. Просто это не так просто. В городе все дорого. В городе полно желающих. Здесь нужна политическая воля. В Брыше, если была такая политическая воля, если глава района пришел и сказал, вот здесь будет стоять рынок в центре, потому что вот там люди торгуют на улице, то мы его поставили за 9 месяцев. Через 9 месяцев мы его открыли. Он сейчас работает. Там есть кондиционирование летом, там тепло зимой, там есть ветеринарные службы, там есть туалеты, там есть хранилище, там есть холодильники. Он маленький, он всего там 400 метров. Он всего. Но людям хватает. Он красивый, белый, его можно съездить, посмотреть. В Ишеевке мы сейчас сделаем рынок, никак вот его, он больше значительно, он в 3 раза больше. Что-то мы размахнулись. Надо было поменьше. Ну, до кризиса, значит. Вот, размахнулись, да, надо было делать, конечно, поменьше его. Ну, и Шеевка тоже, она рядом с городом, большой, большой очень населенный пункт. И удивительно, в Шеевке не было стационарного рынка. Не было. Вообще. Вот. Вот должны пустить его, ну, вот в этом году уже не получится, в следующем году мы его пустим. Однозначно. И опять же, задачи-то мы себе какие ставим? Если мы строим, он должен быть современным. То есть... это современное оборудование, это все необходимые инфраструктурные для рынка мощности, это кондиционирование, вентиляция, это должно быть светло, тепло, уютно, подъезд. Конечно, все удобно. Если уж делать, то надо делать на современном уровне. Мы отрабатываем это все, и потом можно будет выходить в город. Конечно, денег не хватает. Понятно, если бы у нас было бы денег, не как у «Газпрома», мы бы уже давным-давно все бы рынками поставили. Понятно, что мы отстаем. Но... понимаете, процесс набирает скорость, набирает свою силу по мере его развития. Ну, тише едешь, дальше будешь, говорят. Может быть. Конечно, мы не должны обеспечивать такие темпы, как обеспечивает сетевая торговля, которая плодится прямо, едешь, вроде не было, едешь, уже два магазина стоят. Ну, вот.
Там я вообще не знаю, как они там торгуют, и чем они торгуют, и как они окупаются, но, наверное, они окупаются. Вот. Рынок – это некоммерческое, подчеркиваю, кооперативный рынок – это некоммерческое предприятие, и это государственная задача в том числе. Потому что в отличие от того же сетевого магазина, я намеренно не перевожу никаких названий, который принадлежит конкретно кому-то, да, то это принадлежит всем желающим, кто хочет в нем участвовать. Угу. Кто хочет там торговать, кто хочет там работать, кто хочет там покупать. Хорошо, ну вот человек захотел стать пайщиком, он куда должен подойти и сказать, я хочу вот пайщиком, ну, сколько надо, что надо вообще? Ну, во-первых, паевые взносы, они копеечные, то есть они вообще не стоят, там, по миллиону не надо, даже по 10 тысяч не надо вкладывать. Для того, чтобы стать пайщиком, достаточно просто написать заявление в тот кооператив, который у вас есть поблизости в районе. Или прийти в облпотребсоюз и сказать, я хочу создать кооператив, или я хочу участвовать в каком-то кооперативе, что у вас есть. Мы находимся на Федерации 25, там одно из самых больших зданий на Федерации, вот рядом с плановым институтом, его хорошо видно, и мы, как говорится, всегда доступны, и с удовольствием все расскажем, все покажем и поможем. И даже если надо, вам мы поможем кооператив открыть, это несложно. Мы заинтересованы в том, чтобы вовлекать в кооперативное движение людей. Я еще раз подчеркиваю, нам нужны люди, которые сами будут работать. Мы не, как сказать, мы не контролируем, вот, что человек тот или иной делает. Мы им помогаем, мы координируем его работу. Но если вы решили сделать, я не буду вашим начальником и не буду вам указывать, что ты так должен делать или так. Согласовывать, подсказывать, обсуждать, если хотите помочь, научиться, без проблем. Но вы работаете совершенно самостоятельно. Еще одно огромное преимущество кооператива, что вы самостоятельны, у вас свое имущество, вы владелец. Вы и ваши партнеры, ваши пайщики, которых вы определили, они будут всем этим заниматься. Но государственную поддержку, благодаря тому, что вы кооператив, некоммерческая организация, вы иметь будете обязательно. Ну, кстати, по поводу финансовой поддержки, ну, в рамках закона, кто сможет ее получить и как ее получить? Ну, закон ориентирован на три группы, значит, субъектов. Это сельскохозяйственные потребительские кооперативы, потребительские общества, потребительские кооперативы и личные пособные хозяйства. То есть как раз охватывает практически всех. Всех вот. Понятно, что там какие-то специфичные кооперативы, такие как строительные, там, кредитные, они сами по себе должны работать. Но это не исключает возможность создания кооператива так называемого второго уровня. Когда вот есть сельскохозяйственный кооператив, есть потребительский, есть ЛПХ, и они создают один кооператив второго уровня, уже как юридические лица, который занимается, например, сбытом их продукции. Или который делает рынок, опять же, и так далее. Поэтому закон, он имеет очень широкий спектр действия, он прописывает очень конкретный, кстати, хочу сказать, закон, там не так много статей, но они все имеют конкретное четкое содержание. С этим законом можно ознакомиться на сайте, и я надеюсь, что вот мы в бюджете уже этого года, 2017 года, надеюсь, что мы под этот закон получим некоторое финансирование для его реализации, в частности, связанное с образованием, с консультированием людей, с информированием людей, с популяризацией вообще кооперативного движения. Ведь вы начали свой вопрос, первый у вас был, никто не знает. Да. Вот что плохо, вот об этом надо говорить. И это наш пробел, который надо срочно восполнять, потому что мало кто знает, какие возможности на сегодняшний день дает кооперация. К сожалению, Ленин-то немногие помнят сейчас из молодежи. А если говорить о кооперации, то она у молодежи ассоциируется с каким-то анахронизмом, что-то там было раньше. Это когда лошади были, да, наверное. Вот. Когда был гужевой транспорт. Ну, они не понимают, что она пронизывает жизнь общества вместе с его развитием постоянно, что она здесь есть и сейчас. Что мы ее можем сегодня создать, и облик кооперации, и ее будущее должны создавать те люди, которые сегодня живут. Вот нас что беспокоит, по большому счету-то? Вот этот вот разрыв понятий, разрыв поколений, вот, это основная проблема сегодня в людях.
Ну, мы в СМИ постараемся как можно больше об этом говорить, писать, так что мы вам поможем. Спасибо большое, спасибо большое. Об этом нужно работать системно. То есть здесь нужно по капельке, пока общественное мнение не сформируется в нужном объеме и не отразится уже на экономике, не отразится на жизни людей, на их хозяйственных. Ведь кооперация, она не является сама по себе каким-то отдельным явлением, которое живет вот своей собственной жизнью. Вот как живет село, так живет кооперация. Как живет город, так будет жить кооперация в городе. Но этим надо заниматься. У нас этим занимается персонально Сергей Иванович, губернатор. Поставил задачу не только профильному министерству, а поставил задачу в комплексе и сказал, что сам лично будет курировать этот проект. Это здорово, значит, у нас все получится. Это большая ответственность. Это большая ответственность для всех, для нас и для вас тоже, кстати. Да. Спасибо большое, спасибо, что пришли, нашли время. Напишем, что такое потребкооперация. Спасибо вам большое, надеюсь, еще не последний раз. И мне очень бы хотелось, чтобы в нашу серию бесед она бы была расширена за счет других участников, потому что есть очень интересные люди и среди руководителей потребобществ, есть очень интересные люди среди нашего преподавательского состава, есть очень интересные люди у нас один из самых больших профсоюзов, кстати, в области. Вот. Есть очень интересные люди просто на селе, которыми интересно разговаривать, потому что они имеют такой набор интересных идей и своих мнений, что, ну, честно говоря, можно просто диву даться. Ну, мы их ждем в нашей студии и готовы выслушать тоже. Спасибо вам большое. До свидания. Всего доброго.